Итак, друзья, всем привет! Сегодня четверг, поэтому мы подготовили для вас очередное сравнение двух автомобилей. Обычно мы берем две машины и сразу знаем, что это будут за автомобили, сравниваем их, рассказываем и делаем определенные выводы. В прошлый четверг мы сравнивали Hyundai Tucson, подобный автомобиль, и Mitsubishi Outlander, машины 2006-2007 годов выпуска. Значит, сегодня мы взяли опять же Hyundai Tucson, машина крайне популярна по статистике автосалона RDM Import. Если у человека в Новосибирске есть около 600 тысяч рублей плюс-минус, и он хочет приобрести кроссовер полноприводный, ну не российскую, конечно, машину, то вероятнее всего, что это будет Hyundai Tucson. Может быть, это будет Kia Sportage. В общем, как бы особых альтернатив многие даже и не видят. Как мы уже посмотрели из предыдущего сравнения, альтернативой может быть Mitsubishi Outlander в первом кузове, но тот автомобиль проигрывает корейцу по многим параметрам. Также это может быть Kia Sportage, Honda CR-V, ну, в общем, разные автомобили. Те же японцы будут старше по годам, но деньги будут те же. И вот я решил посмотреть, что же еще интересного можно найти за эти деньги, 600 плюс-минус, да, и чтобы не опускаться по годам гораздо ниже. Вот. Все же этот автомобиль, ну, он отличный, надежный, неприхотливый, ликвидный, но, как бы сказать, он немножко скучноватый. И вот я решил зайти в наш шоурум, в наш выставочный комплекс и найти там машину, которая будет примерно так же стоить, будет примерно с теми же характеристиками, но будет гораздо интереснее во многих вопросах, во многих параметрах. Итак, задача следующая. Ценовая категория 600 тысяч плюс-минус. По годам мы не опускаемся ниже 2006-2007. Это должна быть полноприводная машина с левым рулем. И она также должна быть интересная и красивая. Я нашел такой автомобиль. Встречайте. Mazda CX-7. Так сложилось, что сейчас на рынке подержанных автомобилей 10-летний Tucson и 10-летняя Mazda CX-7 продаются примерно по одной и той же стоимости, хотя машины очень разные. Посмотрите на дизайн этой Mazda, этого японца, ну действительно очень красивая машина, несмотря на то, что придумали ее очень давно, выпуск ее начался в 2006 году, но Tucson начали выпускать в 2004. Я думаю, что корейцы в свое время могли также нарисовать очень красивую машину с интересным дизайном, но почему-то они пошли по пути другому. Абсолютно ничего не имею против Hyundai Tucson. Это машина с очень хорошим набором потребительских качеств, именно поэтому его покупают, и цены на него держатся уже довольно долго. Но повторюсь, что дизайн этого автомобиля актуален и по сей день. Машина действительно удалась. Это полноценный городской кроссовер, потому что здесь подключаемый полный привод, автоматически он подключается. И дорожный просвет здесь 205 мм, что на 10 мм больше, чем у Hyundai Tucson. Конечно же, передний свет здесь гораздо ниже, это некоторый минус, но в то же время общий дорожный просвет чуть больше. Обратите внимание на колеса, они здесь очень большие, и за счет этого достигается определенный комфорт при езде по неровным покрытиям. Конечно же, если вы выйдете на бездорожье, на гребенку, то проблемы будут, это все-таки не джип, но в то же время, благодаря большим и широким колесам, ну, достигается определенный уровень комфорта. Друзья, в этом выпуске я умышленно не рассказываю вам о Hyundai Tucson, так как этот автомобиль нам очень хорошо знаком. Мы снимали уже по нему несколько обзоров и сравнений. Сейчас на вашем экране в верхнем правом углу вылезет подсказка. Нажимайте на нее, там будет какой-то из наших выпусков об этой машине. Вот, в общем, там я очень подробно о нем рассказывал. Заходите, смотрите. Все же придется немного вспомнить мне о Hyundai Tucson. Значит, на корейцах предлагались нам три варианта двигателей. Это дизельная двушка и бензиновые моторы 2 литра и 2,7. На Mazda CX-7 вариант был только один с мотором. Это 2,3 литра, турбо, 238 лошадей. Это рядная бензиновая четверка. Значит, данный двигатель, конечно же, ну, из-за того, что здесь есть турбина, не отличается сверхнадежностью, то есть этот мотор нельзя считать самым надежным мотором в мире. Вот. Но, тем не менее, если вы найдете живой вариант, живую машину, то данный автомобиль будет дарить вам массу удовольствия от вождения. За рубежом также предлагался атмосферный двигатель 2,3 литра, и с передним приводом была машина. Здесь устанавливался обычный классический шестиступенчатый автомат.
И, как я уже говорил, привод здесь подключаемый полный, то есть передний привод основной и задний подключаемый. Заглянем в багажник Мазды, попробуем сравнить его с багажником Тусона. Ну, когда только его открываешь, кажется, что он гораздо меньше, чем там, за счет того, что здесь крыша сильнее скошена, но благодаря этому машина красивая. Вот. Но при более детальном рассмотрении мы понимаем, что багажник на самом деле очень даже удобный и вместительный. Тем более по краям здесь есть выемки, в полу у нас спрятана запаска, и туда можно накидать разные мелочевки. В целом, мне кажется, довольно-таки удобно и места достаточно. Шторка здесь завода имеется. Плюс ко всему сиденья второго ряда можно сложить, они делятся по частям. Есть специальные ручки в багажнике. И вот так вот это дело все убирается. У нас получается, ну, практически ровный багажник. Не ровный он, потому что здесь он изначально с бугорком, но по большому счету он не мешает нам абсолютно. Вот. В общем, длина достаточная, можно перевозить очень длинные габаритные вещи. Оцениваем пространство для задних пассажиров в Мазде. Значит, обратите внимание, передние сиденья сейчас стоят на одном уровне. Уровень этот соответствует моей посадке, мой рост 180 сантиметров. Вот, по большому счету я сел сам за себя, просто это пассажирское сиденье. Место перед коленями есть, его достаточно. И вообще в целом посадка здесь очень приближена к легковой, то есть сидишь практически как в обычном седане. Вот, это гораздо удобнее, нежели в Тусоне. Если вы помните из наших прошлых выпусков, там сидишь как бы так больше, как на стульчике каком-то, да, чуть повыше, и здесь ты сильнее утоплен к полу. Но неудобство это не вызывает абсолютно. Вот, над головой есть достаточно количество пространства. Машина у нас максимальной комплектации, здесь есть люк, и поэтому здесь съедается часть потолка, чтобы стекло туда уезжало, но тем не менее запас над головой имеется приличный. Вот, можно назвать сиденье второго ряда идеальным местом для двух пассажиров. Втроем будет все-таки уже не так удобно, но на короткое расстояние вполне себе. Подлокотник имеется, и, кстати, он на очень удобной высоте, это замечательно. Вот по ширине, значит, здесь в дверях есть такие необходимые выемки, чтобы можно было положить руку. В общем, удобно, здесь все обшито подобием кожи. Вот, и как бы машина вот эта конкретно, она 2007 года. Сейчас автомобили, многие кроссоверы, они не имеют вот такой обшивки по салону, поэтому я думаю, что по многим параметрам, конечно же, CX-7 выигрывает у Тусона, вот в том числе по посадке для задних пассажиров, но, конечно, есть нюансы, о них мы поговорим попозже. Ну что, друзья, самое время для небольшого тест-драйва, посмотрим, как эта машина ведет себя на дороге. Значит, первое впечатление от посадки за рулем. Конечно же, в Hyundai Tucson совсем все по-другому. Здесь посадка очень приближена к легковому автомобилю. И вот эти все панели, центральная панель, да, она очень близка к водителю. И поэтому создается ощущение, что ты как будто в каком-то спортивном кокпите. Вот, но сидеть удобно, то есть тебя ничего не сжимает с разных сторон, да, вот как мы снимали сравнение Тусона и Outlander, у водителя реально есть проблема, когда слева на двери подлокотник упирается в ногу, и это очень мешает. Здесь такого нет, все удобно. Центральный подлокотник и подлокотник на двери водительской находятся практически на одном уровне, и это создает дополнительное удобство. В общем, вывод по посадке водителя можно сделать следующий. Сидеть очень удобно, комфортно, обзорность хорошая, стойки, ну, мне, по крайней мере, не мешают. Зеркала наружные можно сделать, было бы, конечно, побольше, но в целом они свою функцию выполняют на отлично. Дизайн всей панели, конечно же, здесь гораздо интереснее, нежели в Тусоне. Посмотрите наши предыдущие ролики, и вы поймете, о чем я говорю. На самом деле, когда ты пересаживаешься с корейца в эту машину, то создается ощущение, что ты попадаешь просто в другой мир. Хотя разница между этими автомобилями всего 2 года, но ну, вы все видите, в принципе, да? Вот. Здесь все под рукой, все удобно, до всего можно дотянуться. Что касается комплектации, она здесь у нас самая максимальная для того года. Здесь полностью кожаный салон и допом есть люк. Вот, значит, круиз-контроль, ксеноновые фары, подушки безопасности, климат-контроль, конечно же, все это есть.
В Тусоне тоже есть весь необходимый набор опций. Вот, там есть комплектации тоже с круиз-контролем, тоже с люком, тоже с кожаным салоном. Но выглядит это все там, конечно же, совершенно иначе. Что касается подвески, как я уже говорил, колеса здесь больше, чем у Тусона. Частично это их заслуга, что автомобиль ведет себя гораздо интереснее на, можно сказать, на любом покрытии. Вот. По хорошей дороге вообще едешь очень комфортно, машина классно держит дорогу и никаких сюрпризов она не выдает. В общем, в этом компоненте также Mazda выигрывает у Тусона. И сейчас мы пробуем ускориться. Дали газ в пол. Здесь турбина, она работает. Ну, вам, наверное, непонятно, конечно, на ваших экранах, как машина едет, но ощущается запас мощности, конечно, все-таки турбина дает о себе знать. 238 лошадей и 350 ньютон-метров крутящий момент – это гораздо больше, чем у любого Тусона с любым мотором. Конечно же, это очевидный плюс. Двигатель 2,3 литра объемом, как уже говорил. Ну и коробка передач шестиступка. То есть, если вы едете на больших скоростях, то благодаря большому количеству передач, ну, может достигаться некоторая топливная экономичность. В общем, если говорить в целом об автомобиле, о его дизайне, о технической начинке и так далее, то Mazda CX-7 точно выигрывает у любого Hyundai Tucson. Возможно, для вас стало неожиданностью, что мы вообще сравниваем эти автомобили. Потому что я уверен, что те, кто выбирает между Тусоном и Спортажем, да, тех годов, то они вряд ли смотрят вообще в сторону этого автомобиля. Но вот мы решили посмотреть и рассказываем вам. Конечно же, не может быть все так идеально. У автомобиля, конечно же, есть некоторые минусы. Из отзывов владельцев, что мы можем узнать, то что есть некоторые вопросы к мотору и к турбине. Ну, обычно любая турбированная машина, изначально она уже менее надежна, нежели автомобиль с атмосферным мотором. Здесь эта история как бы не обошла CX-7 стороной, все так и есть. Двигатель нельзя назвать миллионником. Вот. Конечно же, вы можете сказать, что, ну, написать в комментариях, что машина вообще ненадежная. Я могу сказать так. Многое зависит от того, какой автомобиль вы изначально выберете. Если вы выберете машину, которая уже убитая, изъезженная, ну, конечно, она будет ломаться, и вы будете вваливать только в нее деньги и вваливать. Вот, поэтому выбирайте грамотно, смотрите машины на специализированных сервисах, и если вы выберете хорошую, надежную, неубитую машину, то и проблем, конечно, не будет. Ну, еще некоторые владельцы пишут о том, что эта машина очень любит кушать топливо, то есть она прожорливая. Ну, это и понятно, все-таки автомобиль турбированный, и он подстегивает на активную езду, поэтому тут уже все зависит от водителя. Если вы будете спокойно ездить, турбина, она ведь не всегда работает. Если будете спокойно ездить, то и расход топлива будет абсолютно адекватный, поэтому тут как бы на машину грешить не стоит. В общем, это основные такие замечания от владельцев таких автомобилей. Идеальных машин, к сожалению, еще не придумали. Вот. Но я могу что сказать. Пересмотрите еще раз наши предыдущие выпуски, где мы говорим о Тусонах. И еще раз посмотрите мое мнение об этой машине. Значит, данный автомобиль, конечно же, по всем статьям переигрывает Тусон и его брата Kia Sportage. Вот. Ну, конечно, есть нюансы, тут выбирайте вам. Если вы запланируете выбор такого автомобиля, то, конечно же, проверяйте двигатель, проверяйте турбину всеми возможными способами. Если автомобиль попадется вам не убитый, не уставший, то вы будете действительно кайфовать. При этом вы заплатите за машину абсолютно адекватные деньги. Стоят они относительно недорого. Вот. И в целом машина гораздо интереснее Тусона. По опциям здесь, конечно, нет ничего выдающегося, но в целом ощущения совершенно другие. Hyundai Tucson, конечно, бессменный лидер уже на протяжении долгого времени в данной ценовой категории, но всегда можно поискать альтернативу, если вы действительно уже насмотрелись на такие автомобили, да, Kia Sportage, Tucson, то посмотрите по сторонам, возможно, вы что-то найдете поинтереснее и за те же деньги, и не старше, вот как пример мы сегодня вам показали.
Конечно же, можно за те же деньги поискать что-то еще более интересное, но вероятнее всего, что машины будут уже старше по годам. Вот, соответственно, там состояние будет совершенно другое. Ну, выбор за вами, как всегда. В общем, друзья, на этом будем заканчивать. Два автомобиля, которые были представлены в этом ролике, продаются в автосалоне RDM Import, и Hyundai Tucson и Mazda CX-7. Вы найдете объявление по этим машинам на нашем официальном сайте. Он сейчас представлен на вашем экране. Всю информацию уточняйте у наших менеджеров по телефону, который мы сейчас вам напишем также на экране. Ну и, конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. С вами был Ян Симаков, проект «Переведи авторынок». Всем пока!